Открывая заседание правительственной комиссии по размещению и развитию производительных сил, Александр Худиланин подчеркнул, никакой волокиты в продвижении инвестпроектов в республике быть не должно, особенно при рассмотрении различных разрешительных документов. Я бы очень хотел, чтобы и присутствующие в этом зале члены МВК, и руководители органов местного самоуправления все-таки относились с полным пониманием и умением находить консенсус в самых тупиковых ситуациях, дабы у инвестора были комфортные условия вхождения в Республику Карелия. Первый представленный проект – создание производства по изготовлению строительных конструкций в поселке Харлупет Киранского района. Его инициатор – компания Timber Beams Technology. Компания уже вложила собственные средства и проводит ремонт промплощадки. Как отметил генеральный директор компании Валентин Кан, на сегодня затянулись вопросы подключения завода к электроэнергии и ремонт дороги. Александр Худиланин дал поручение Минстрою, куратору проекта, помочь решить эти вопросы. Далее был представлен еще один крупный проект – добыча гранита и производство щебня на месторождение Братское в Медвежегорском районе. Значит, потребность в финансировании проекта составляет 14,83 миллиарда рублей. Длительное строительство, согласно графика строительства по техническому проекту, 24 месяца. Согласно штатному расписанию, будет создано 764 новых рабочих места. Александр Худиланин сказал, проект для республики очень важный. Он включен в федеральную целевую программу развития Карелии. Однако, по его мнению, реализация бизнес-идеи неоправданно затягивается. Месторождение получено компанией в пользование в 2007 году. Есть дорогостоящая лицензия, но до сих пор не определены источники финансирования горных разработок. Нет активности самих инвесторов. Нужно, так сказать, совещание в каких-то банках провести. Давайте проведем там. Я что предлагал? В ЭБИ, ВТБ, ВТБ, я готов организовать совещание по реализации этого проекта, потому что проект действительно интересный, объемы сумасшедшие, перспектива тоже хорошая. Не сидите, я за вами бегать не буду. Если вы хотите помощи, я готов организовать эту помощь. В итоге руководство в ближайшее время пообещало представить свои предложения схемы финансирования и совместно с куратором проекта Минприродопользования вести дальнейший переговорный процесс с финансовыми организациями. Еще один проект, рассмотренный на заседании, связан с деревообработкой. Инициаторы его компания «Эдельвейс» реконструируют лесопильный завод в Суоярве. Глава Карелии отметил, что этот проект является очень важным для Суоярского района. Там нужны рабочие места. Худиланин также дал поручение Министерству по природопользованию рассмотреть возможности по обеспечению будущего производства сырья. Редактор